Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Дату озвучил Александр Лукашенко на совещании по его подготовке. Президент отметил, что сегодня, как и в период проведения первого Всебелорусского народного собрания в 96-м, далеко непростое время для страны может быть еще более неоднозначное. Ведь такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В Беларуси вакцинация начнется не позже первого квартала 2021-го. Об этом заявил главный государственный санитарный врач. Планируется, что прививку от COVID-19 получат не меньше людей, чем во время вакцинации против гриппа, а возможно и больше. Минлесхоз предлагает сохранить новогодние деревья и присоединиться к акции «Сохрани символ праздника». Сейчас у лесхозов можно купить новогодние деревья в катках, а затем сохранить их и высадить в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса», которая традиционно проходит весной. При этом каждому покупателю будет вручена памятка по уходу за новогодним деревом. Дни открытых дверей в БГУ пройдут в онлайн-формате. Факультеты проведут прямые трансляции, телефонные горячие линии, стримы и активизируют общение в соцсетях. Сегодня первыми виртуальный прием абитуриентов организует химический факультет и лицей БГУ. Продолжится марафон открытых дверей до 9 января. Во вторник в Беларуси прогнозируется гололед и сильный ветер. Как сообщают синоптики, на большей части территории страны сегодня и завтра ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Специалисты рекомендуют заранее убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов. Кроме того, водители предупреждают о гололедице. При сильном ветре на дорогах такие участки образуются чаще.